определяются специализация в первую очередь технопарка. Да? В нашем случае это технопарк в сфере высоких технологий, поэтому это по большей части компании, которые связаны с разработкой в области информационных технологий. Размеры этих компаний тоже очень разные. То есть, если мы говорим, например, про коворкинг, то это могут быть совсем маленькие стартапы, это средние компании, человек там 100-200, и это большие корпорации, которые видят в среде технопарков ресурсы для своего тоже развития, так же, как и небольшого размера компании. И сейчас уже ведутся переговоры? Есть кто-то, кто хочет, желает? Ну, тут обращусь к опыту Перми. Мы когда запускали технопарк, условно, президенты, мы могли отнести примерно 10 компаний. На 5-й год существования технопарка, вот сегодня мы посчитали, значит, в конце 23-го года у нас уже 70 таких компаний-резидентов. Вот. А в Саратове тоже мы историю эту только начинаем. Вот, поэтому у нас есть уже в процессе переговоров порядка там, 10-15 компаний-резидентов, да, и их количество будет увеличиваться.